чё, девчушки, всем привет. А у нас приключения, мы едем в госпиталь, да. Верочка у нас сломала руку. Да, сломала руку 3 дня назад. Мы были в шоке, да. Открытый перелом от запястья до локтя, там 2 кости и обе сломались, да. Сейчас ей будут делать осмотр и контрольный. Ну, сделают рентген, посмотрят, как, что в нее. Да, и там наложили 1 шов. И, возможно, шов тоже снимут ей. Да, Веруська? Мне кажется, еще шов рано снимут. Ну, он уже зажил, наверное. Ну, они посмотрят, да. Может, обработают. Да, у нас лето уже сегодня плюс 13 градусов. Плюс 13 градусов тепло. Вот мы приехали в городскую больницу. Да, да, государственную. Все, 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 сейчас идем. Сейчас на Веру на осмотр ведем. Не нужен уже никакой. Нужен, нужен. Вот. Туда, к тому. А, сюда. Ага, там мам. Там мам. Я убрал в рюкзак. Ну сейчас подожди. Верчунка. Вера. Едешь? Пошли туда очередь занимать. Занимать очередь там на осмотр, да. Я тебя. Как ты едешь в коляске, да, видишь? Да, наверное, давай на лифте, да, или на экскаваторе. В общем, а он номер написал? На бумажку дал. Ну, он сказал выше. Это минус 1, 0 выше. Это минус 1. Так, стояли мы в очереди. А нам сказали. Нам сказали выше этажом подняться. Знаете, как Вера, давай руку придерживай, пошли. Сейчас лифт уедет, Вера, и будет вам, а. Ну-ка, давай, тихо. Вера, Варь, двигайся вперед, Варь. Ноль нажмись. Угу. Раскочил он. Может, пешком надо подниматься? Ой. Пошли где-то. Давай, 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 Вера, иди, иди, руку держи. Держу руку. Ага, ты еще пуля.
Просто их что двинули, а там их сейчас. Да не бойся, Варя, ну, он просто поролончик срежет и все, тетя, не бойся, я. Это не больно. Можешь отвернуться просто и все. Смотри на потолок и все, оно не так будет казаться тебе. Можем посчитать эти кругляшки, посчитать сколько там. Кругляшки в решетке вон посчитать. Это там во всем есть. Угу. Я внизу, но есть. А, там все. Все, там, да. Только почти 10 да. Ну, видишь, маленький там шовчик. Ой, вообще. Все very good, Вера, у тебя там. Что? Все уже зажило, я тебе скажу. Все прекрасно. Да, very good, да? Все. Щипит, ну ничего страшного. Ну хорошо. Все. Все закройте, все. Ну я так понял, да? Там где очередь большая была. Что? Кто да? Да. Ламбет? Да. Может быть, здесь можно выйти? Да, здесь можно выйти. Верка молодец. Храбрая, да, давай. Да, надо найти туалет и сходить.